Константин Русецкий, первая скрипка Ульяновского симфонического оркестра. По окончанию Московской консерватории в 1973 году попал по распределению в Ульяновск, и этот город стал его судьбой. Раньше мы выходили на сцену, на первую репетицию, и уже это все думали, сейчас спросит при всех главный дирижер или не спросит. Вот это место. И мы срочно там пролистывали все, что предстоит сыграть, и срочно учили все самое страшное. Вот. Страшное – это то, что написано очень мелкими нотками. Вот. Ну, сейчас этого уже нет, потому что мы готовимся более тщательно. Ну, и опыт пришел, мы все-таки многое уже переиграли. Сегодня, в преддверии международного праздника творческих людей, Константину Русецкому присваивают новое звание. Теперь он заслуженный работник культуры России. Позже в концертном зале ДК «Губернаторский» Сергей Морозов обратился к творческой общественности региона с культурным посланием. Закон о культурной политике Ульяновской области главной целью провозглашает развитие творческого потенциала населения нашего региона и создание условий для улучшения его культурной среды. Основными темами культурного послания главы региона стали национальная культурная инициатива, патриотизм, создание музейно-образовательных комплексов и активное развитие культурных учреждений области. Это тренды, в общем-то, федерального значения, поэтому и он говорил о том, что мы станем, Ульяновская область, пилотным проектом вот в реализации этого плана. Поэтому я думаю, что для Ульяновской области нет ничего невозможного, и мы, конечно же, все реализуем, то, что намечено. А затем еще одна торжественная церемония вручения областной премии «Браво, маэстро». В этом году она юбилейная, 10-я. Мастера своего дела получили из рук главы региона награды. Это огромное счастье для меня, огромное счастье для моего коллектива. Это огромный стимул для развития дальше. Это хороший стимул для того, чтобы делать больше, качественнее, лучше. Для нас, кулаткинцев, эта премия очень ценна, очень дорога. И очень рада, что именно наше творчество было замечено, что нас оценили. Приятным завершением вечера стал праздничный концерт. На нем выступили лауреаты премии «Браво, маэстро» за все 10 лет. Любовь Фомичева, Александр Абрамов, «Вести», Ульяновск.